Os, galera! Ludus Dom! Os! You will be running. Yes. Yes. Yeah. First, I will make sure everybody understood the rules. Nobody will get hurt, and then I relax more, and then I roll with the guys. До мужской взрослой части открытого ковра остается еще там порядка 20 минут. На татами уже много народу. Не знаю, сколько их будет еще. Пришли сюда работать, как обычно. Есть настрой поубивать кучу людей. Ну не то чтобы поубивать. Побороться хорошо точно. Ну, вообще обычно на дне борьбы ты как борешься? На всю мощь или так чисто? Ну, на самом деле все зависит от соперника, потому что есть ребята, кто зарубается, и с теми тоже приходится в это зарубаться. А так, в принципе, на дне борьбы не для того, чтобы нарабатывать свое. О, Павел, здорово. Привет. Пришел людей калечить? Нет, только лайтрол. Только лайтрол? Да. То есть ты не зарубаешься на днях борьбы? Зарубаюсь. Ладно. С ребятами своего дивизиона заруба. Остальные лайнеров. А если белый пояс вот, решит тебя там прям разорвать на клочья? Не знаю, мне кажется... Ты ответишь ему взаимно? Да нет, ну заставлю, ну да, да, заставлю постучать пару раз, ну и все. Ну народ действительно много. Прикол. Ос, галера! Ludus Dom! Ос! Слава джиу-джитсу! Джиу-джитсу слава! Дисно! Дисно! Ос! See, first I have to look to make sure that nobody gets hurt. Look at this. I can only ruin the end. Давай, ребят!
Плохо было бы, если было мало и не с кем бороться. А тут он, видишь, такой выбор обширный.